Сегодня прекрасный день, чтобы поехать к твоей мамке. Эх, что же может быть лучше твоей мамки? Ладно, переводим тему. Уникида-сан, а ты знаешь, что Кенджи дрочит на свой цветок? Меня это очень напрягает. Он уже неделю так себя ведет. Илья и Тацуши, у каждого свои фетиши. Тут ты прав. Уникида-сан, у тебя ведь тоже фетиш, только на мама. Так, Белли, ты, у меня начинает гореть жепа, когда кто-то говорит про мамок, так что закройся. Уникида, дорогой, помоги мне с покупками. Ляйт, попроси кого угодно, но не меня. Уникида-сан, нам, короче, поступила инфа о каком-то чепушиле, который взрывает пуками. И он похож на героя твоих эротических снов. Давай обсудим это позже. Уникида, у меня хавка кончилась. Влияет я течу, высрать ее должен? Посмотри в шкафу. Леда, приготовь же, ща Уникиде тебя буду. Я весь твой. Кажется, пора вспомнить приют. Ага. Родители еще своих вспомни. Сука, я опоздываю. Прощайте, уёбы, надеюсь, мы не встретимся. Ня-ха-ха-ха-ха-ха. Удачи, Уникидушка. Уникида-сан, мне кажется, Тоби сегодня пизда. Все идет по плану. Но, блядь, идти до твоей мамки долго. Короче, чуваки, наверное, большая часть вас знает, что прошлую версию этого видоса хотели блокнуть из-за того, что там был опенинг. Так вот, его и блокнули, пидоры ссаные, и поэтому я вставлю сюда свое амф, который все уже видели, но мне пофиг. Приятного просмотра и заражения СПИДом. Люблю вас, кисики. Короче, все, продолжаем смотреть, как Уникида идет к твоей мамке. Внимание, уёбок! Поезд прибывает. Мне надо спешить. Твоя мамка ждать не будет. Уникида. Уникида. Возьми телефон, это он. Потому что так бывает, если... Влияет, да захуле, ты мне звонишь. Пес спидозный. Уникидушка, но это очень важно. Да? Пизда, и тут пришел какой-то дед и говорит, что ебать меня будет. Сказал, что будет тебя ебать. Может, меня тоже выебет.
А это вполне может быть. Куникидушка, давай возвращайся, скорее устроим тут гаремник. Влияет Даза, и ты меня убиваешь, меня ждет твоя мамка, а ты тут про гаремники говоришь, я не могу раздвоиться. Поезд прибывает. Я их даже, ты ублюдок, а ну иди сюда, говно собачье. Ну у Куникидушка, зачем так грубо? Я же вроде предоставил тебе выбор. Выбирай, твоя мамка или этот дед, в любом случае ты все равно будешь спидозен. Я же говорил, что ему пизд. Так ты вернешься, Куникидушка. Осторожно, двери закрываются, следующая остановка — твоя мамка. Сука, сердце, я заненавижу тебя. Блять, Дазай-сан, ты жесток, лучше я вернусь в приют.